Из соседних деревень под Сталинградом юноша и девушка попали на фронт. Он морской пехотинец, она зенитчица. Жизнь то сводила в госпитале близ Баку, то разводила по разные стороны страны. Когда летом 46-го Николай Иванович Трынин понял, что без своей подруги детства Александры жить больше не может, разыскал ее в Куйбышеве. В ноябре состоялась долгожданная свадьба. Нежные чувства сохраняют на протяжении 68 лет. Котенок. Котенок. Я иногда вот так идем, что-то разговариваем, или так, что ну, котенок, ну, говоришь им, все на нас смотрят, ничего себе, котята. А его котенок у нас одно имя, тому и другому. Поздравить супружескую пару с наступающей 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне решили волонтеры из 155-й школы Октябрьского района. Ребята уже 4 года проводят праздники для малышей, участвуют в субботниках и помогают ветеранам. В нашем доме есть мужчина, он был в концлагере. И вот, мы как бы и в магазин ходили ему, там, ну, что-то, какие-то продукты приносили. Ну, то есть всегда выполняли то, что он хочет. Вот за этих ребят мне точно не страшно. Я могу сказать совершенно точно, что это ребята ответственные, главное, осознающие себе и свое место в жизни. Ветеранам вручили подарки, цветы и приглашение на свой концерт, который пройдет в актовом зале школы 25 апреля. В семье Трыниных обещали непременно быть. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.